Там, где раньше был переход из одного корпуса в другой, теперь новые мастерские. В этой студентов обучат ремонтировать легковушки. Будущие автомеханики будут тренироваться на современных машинах отечественного производства. Изучат общую схему, сход-развал, двигатели и коробку передач. В одной мастерской можно заглянуть во внутренний мир автомобиля, а в другой привести его в порядок снаружи. Это, можно сказать, миксер. Вставляется. Установка, если сейчас просто не открыта, включим, вот она начинает вращаться. И каждый миксер вращает, перемешивает краску, чтобы ее подготовить. Вот она разгоняется, время работы ориентировочно 2 минуты у нее. Научатся студенты работе и с тяжелой техникой. Этот фронтальный погрузчик облегчает работу на стройке, незаменим при дорожных работах, копает и перетаскивает груз. Изучать его будут те, кто обучается по специальностям машинисты дорожных и строительных машин, ремонт и обслуживание дорожно-строительной техники. Они научатся ремонтировать погрузчик и ездить на нем. Правда, начать придется с тренажеров. Таких тренажеров, которые помогут отработать необходимые навыки, несколько. Часть из них уникальна для Мордовии. Например, этот научит красить автомобиль и сэкономит краску во время обучения. Машину для пробной покраски искать тоже не придется. Ее студент увидит в виртуальной реальности при помощи специальных очков. Но данные на экране будут вполне реальные. Программа покажет участки, покрашенные с браком, и укажет на допущенные ошибки. Захотелось прийти и научиться, потому что все самые современные, все понятное. Обратите внимание, какое количество виртуальной составляющей. Да? То есть не надо сначала там набивать шишки и ломать что-то настоящее. Сначала можно все это попробовать в 3D реальности, научиться и потом уже выходить на поле. В прошлом году автомеханический техникум участвовал в федеральном проекте «Молодые профессионалы» и выиграл грант. Более 30 миллионов рублей перечислили из федерального бюджета и 8 из республиканского. За год на эти средства и открыли современные мастерские по 5 компетенциям World Skills. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники, управление фронтальным погрузчиком и окраска автомобиля. Все они оснащены по последнему слову техники. Оборудование в мастерских самое современное, которое позволяет учить практике наших студентов. И это оборудование предназначено не только для того, чтобы учить наших студентов, но и для того, чтобы проводить региональные чемпионаты World Skills, для того, чтобы наши ребята могли сдавать демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. Современная техника, чистые и просторные мастерские. Представление о том, что автомеханик, человек в вечно грязной спецовке, безнадежно устарело. К рабочим профессиям возвращается престиж, тем более, что они в наше время и финансово привлекательны для абитуриентов. Ольга Данилова, Владимир Надькин, «Народные новости».